Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки. Настенька Старикова, Марфушка Старухина. Кто меня на лопату не саживал, на жаркую в печь не налаживал. Вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик. Ездил я по базарам, торговал разным товаром. Шелками, лентами, тесьмой, позументами, сукном, атласом, дорогим канифасом, холстами, полотнами, ситцами, добротными, теплой пайкой, синей китайкой, продал все не спеша. Когда мы порой упрекаем игру за недостаток так называемой историчности, то задумывались ли мы над тем, а чего, собственно, мы, игроки, хотим на самом деле? Так ли нам самим нужна историчность в игре про военно-морской флот? И вот у нас спросили, какие сюжеты в игре нам были бы более всего интересны? Мы ответили, и первое место пока занимает, чтобы вы думали, сказки. А второе место – ретро-футуризм. То есть те же сказки, только для чуть более взрослых. А все то, где могла бы быть хоть какая-то историчность, то есть темы русской классики и народов России на последних местах. Вообще событие это довольно примечательное и важное. Даже более важное, чем розыгрыш ценных призов в комментариях под этим видео. Ведь это еще один признак того, что наша замечательная мир кораблей собирается начать отличаться от зарубежной World of Warships. Тот самый уникальный контент. Вся эта движуха идет только у нас. На евросервере опять такого нет. Как не было и многочисленных мероприятий по празднованию 23 февраля. Где и призы хорошие, и конкурсы интересные, и даже халявка неплохая. Но также примечательно то, что у нас в кои-то веки разработчики спрашивают наше мнение. Выбирайте, мол, сами, голосуйте. Надеюсь, вы уже проголосовали. А если нет, то стоит это сделать, потому что это шанс оказать реальное влияние на игру и ее содержание. Это будут различные игровые события второй половины 23 года со всеми сопутствующими делами, типа особых камуфляжей и прочего. И более того, лично я убежден, что сейчас выбираются не только сами события, но и общий вектор уникального контента на годы вперед. Разработчики сейчас изучат наше мнение, посмотрят, чего мы хотим на самом деле, и дальше понеслась. Кощей Бессмертный да Баба-Яга в исторической игре. Вы, конечно, голосуете как хотите, и за то, что хотите видеть в игре именно вы, я лишь выскажусь по представленным пунктам голосования. На форуме примерно тоже написал. Насчет пункта про 90-е годы. Все эти юпи, Саша любит мамбу и Сережа тоже и прочее. Видеть это в игре? Вы серьезно? Ну, каждому свое, как говорится. Ретро-футуризм. Этим сейчас напичканы многие игры, фильмы, и как по мне, это уже избитая и заезженная тема. Не хотелось бы этого еще и в кораблях видеть. Мифология, сказки и мистика. Лидер зрительских пристрастий. Ничего не имею против сказок, особенно наших, и это явно интереснее, чем заезженная тема Хэллоуина, но все-таки у нас внезапно игра про флот. И по данным разработчикам, вроде как мы тут типа взрослая аудитория. И вот дальше идут два пункта – русская классика и народы России. И здесь мне кажется, что через эти темы можно было бы отлично развить то, чего, на мой взгляд, давно не хватает в игре. Романтики парусного флота. Шхуны, каравеллы, фрегаты, галеоны – различные интересные битвы тех времен. Ведь это истоки. Из этого всего позднее появились корабли и нашей игровой исторической эпохи, то есть двух мировых войн. А также современный флот. Так что как минимум это интересно и абсолютно точно в тему нашей игры. Кроме этого, в каких-то событиях можно применять интересные механики, связанные с парусами и ветром. Как по мне, это гораздо интереснее, чем гоняться за Бабой-Ягой или выяснять, кто еще любит мамбу, кроме Сережи. В общем, голосуйте, судьба игры в наших руках.
а мы переходим к розыгрышу. Пока буду рассказывать его правила, полюбуемся на имена тех, кто золотыми буквами вписал свои имена в историю развития виртуального флота, оформив подписку на Boosty и заодно получив доступ к целым 16 уникальных видео, которых пока нет на YouTube, а некоторые и не появятся. Видео на Boosty выходят каждый день. Там и обучающие, и различные обзоры, и прочее полезное и интересное. А сегодня мы разыграем 3 кода контрибьютора с вероятностью выпадения премиум корабля 8 уровня, а также 3 пачки экономических бонусов. Для участия в розыгрыше надо быть подписанным на этот канал, написать адекватный комментарий под видео с указанием своего ника в игре в начале комментария, а после ника обязательно написать фразу «Мир кораблей». Те, кто играют в схожие игры, призы не смогут получить чисто технически. Список подписок должен быть открыт, лайкосик прожат, и на одном из стримов на неделе программа выберет случайным образом победителей. Всем удачи в розыгрыше, игре и по жизни. И, конечно же, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джим.